Всемирному дню поэзии была посвящена встреча с местными поэтами, которая называлась «Диалог наших душ». 26 марта в ДК культуры собрались поклонники живого слова и любители бардовской песни. Выступили перед благодарной публикой поэты Марина Капаной, Юрий Якименко, Татьяна Дрейчук, Леонид Андреев, Евдокия Андреева, Владимир Воробьев, Оксана Картельян, Кристина Корнеева, Юлия Радом. Играли и пели Николай Жечков, Сергей Денисов, ансамбль «Кобзарская дума», Иван Папазов и другие. Хочется отметить, что подобные камерные вечера, увы, интересны лишь небольшому кругу зрителей, потому в зале сидело немного народу. Зато эти люди умеют по-настоящему слушать и выступать. Для них, по словам наших авторов, это было истинным удовольствием. Украсили литературный вечер танцевальные композиции хореографических ансамблей «Конфетти» и «Радуга». Порадовали и юные скрипачи, ансамбль скрипичной музыки «Элегия». Симбиоз музыки, слова и танца состоялся. Во всяком случае, истинные любители поэзии остались встречей довольны. Ольга Златина, Оксана Картельян, веб-студия «Курьер».